Девочки, сегодня я заказала роллы. Мы с вами будем пробовать. Причем это не просто роллы, это, знаете, такие роллы, которые я хотела попробовать, как только они вышли, потому что они были супер разрекламированы. Я не знаю, они окажутся вкусными или невкусными, оправдают ли они мои ожидания или нет. Сейчас мы это попробуем. Я заказала самые необычные, чтобы вы понимали, вот эти даже сашими тупо стоили 1300 вот за эту упаковочку. Взяла лимонад маракуйя, настоящая была написана, надеюсь, что она реально настоящая. Сегодня мы с вами шиканем, просто шиканем. Поставим под низ до картошки, чтобы даже потом стол не протирать. Ха-ха-ха-ха-ха. Не знаю, что я заказываю доставку и надеюсь, что мне не придется мыть посуду. Раз. Это, видимо... я еще помимо роллов заказала этого осьминога. Тоже 1300 какой-то блюдо стоило с осьминогом. Там картошечка, бэби, я так понимаю. И осьминог. Даниль. Кажется, Даниль разрушил все мои планы. Так. Смотрим. Реально такой вот осьминог тут. За 1300 рубликов. Даниль. Картошечку ням-ням. Блин, как вкусно. Ну что, ребята, неужели вы реально вкусно готовите? И этого я не ожидала. Роллы здесь получаются, типа, знаете, как было, хот-дог из камчатского краба. Тут еще какой-то жареный тартар, что ли. Еще какой-то жареный тартар. Ага, понятно. В общем, вот такие роллы. Сейчас я вам вблизи их тоже покажу. Здесь, наверное, приборы. Да? Да. Палочки. Вот в таких упаковках необычных. Интересно. Сразу что-то штучечки. Я сделала... Ух ты, салфетки положили. Молодцы. Тут доставки на 5300 рублей. Нельзя. Сейчас я тебе все дам. Все дам. Извини. Покажу вблизи. Вблизи роллы выглядят вот так вот. Что-то у меня тут, знаете, свет так хромает. Даниль, отвалиста. Это сманда. Сманда давно хотела попробовать. Это камчатский краб. Это целая щупальца осьминожки. Какой я выпалась на свободу. Даниль, хочешь попить? Прикол. Реально морковь растащишь. Я даже не знаю, сейчас попробую роллы. Даниль уже тут все расхерачивает. Даниль. Попробуем, начнем вот с этих вот. Даже не знаю. Попробуем сначала без соевого. Ну, не знаю, в рот еле помещается огромный вот эти вот. Выпью смочим. Жаль, не прикольно. Ну, жаль, не люблю. Просто. Огромный кофе. Вкусно. Да не только я хочу этого стран. Здесь поджарка. Что вы понимали? Ну это прикольно. Да не. Одну бери нормально и ешь. Все, видео борьба с Данилом.
Из всего мне понравились вот эти. Роллы. Я думаю, все знают вкус роллов, когда заказываешь такую темпуру. Когда она остывает, такое ощущение во рту чуть-чуть, что пересушена. Я думаю, конечно, прийти в ресторан и поесть. А это намного лучше, чем доставку домой заказать. Разве что, если это не горячий ролл, например. Острый вариант нормальный, потому что Данилю же, который ест острый, ему норм. Мое мнение по доставке Йоджа – это по роллам. Классно, они привозят все в красивой коробке, картон, все упаковано, очень удобно доставать, все прям мило, красиво, ничего не перевернется, аккуратно. Вот такие бутылечки с соевым соусом, то есть если вы весь соус не допили, можно оставить, это прям топчик. Как сказать? Сервис классный, сервис классный. Но из тех, которые я сегодня попробовала, нету такого, что прям супер меня впечатлили эти роллы. Вот. Ну и я думаю, что цена завышена за сервис, потому что одни роллы 900 рублей, 700 рублей. Это выше среднего, я считаю. Да? Или нет? В общем, напишите свое мнение. Что вы думаете? По вкусу? Нет такого супер вау-эффекта. Кроме как от вот этого блюда. Оно мне понравилось. Но все же я склоняюсь к тому, что осьминог лучше сочетается с чечевицей. Как я его готовила. И чуть-чуть там только своя рецептура. Приготовлю в следующий раз. Расскажу вам. Сашими вообще. Вот эти сашими, они слишком крупные, слишком сырые. Вообще не мой формат. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Я, наверное, нажралась на всю жизнь. Давно хотела их попробовать, цена сильно завышена, но там, где я жила, туда доставка не осуществляется. То есть прикол, их прикол в том, что они вообще не везде доставляют, только по определенному полушарию Москвы, такому престижному типу. И как раз в этом полушарии оказалась в этот раз я. Вот. Ну, в этом кругу, куда они доставляют. А в ту сторону, где я раньше жила, туда вообще не доставлялось, даже в Москва где. И вот я мечтала их попробовать, сегодня попробовала.